просто говори. Я ни на что не держусь. Садимся, садимся. То есть просто слушаешь меня. Хорошо. Раньше времени нет. Шаг назад. Хорошо. Готово идти? Идем пешочком. Да, вперед. Сейчас побежали. У-ху! Сам не знаю. Отсюда правда видно Казбек? Да. Девять лет.
нет конкуренции. И у меня там есть такие места за Тбилиси. Такие горы, там холмы, условия устраиваем. Ну, не скажу, что так очень спросом требуется. Даже, знаешь, когда вот люди приходят, на факт видят, желание появляется, чтобы покататься. Когда вот скажешь, вот, хотите, я вас отвезу, куда есть такое, что-то там надо. Ближе коммуникации, ближе, мало расходов.